По прогнозам, подъем заболеваемости гриппом в этом году прогнозирует Федеральная служба Роспотребнадзор с середины декабря 2017 года. И прогнозируется, что будет сразу три разновидности гриппа мы ожидаем. Какие это разновидности гриппа? Это грипп Б. Бристон. Данный грипп, он вызывает достаточно легкое заболевание, протекает в легкой форме, и наименьшая форма осложнений – это один вид. А вот два других – это грипп тип А, это H3N2, гонконгский так называемый грипп, и грипп H1N1, Мичиган – это серьезнейшие вирусы, которые являются подвидами известных нам птичьего гриппа и свиного гриппа, и которые вызывают наиболее серьезные осложнения при заболевании. Поэтому вакцины на сегодняшний день, которые выделены государством и уже получены в городе-курорте Анапы и организована ими прививочная кампания, достаточно серьезные, современные, в том числе отечественные вакцины, и они содержат компоненты против всех трех этих видов вируса, и плюс еще дополнительные вирусы. Врачи говорят, вакцинация не спасет от заражения гриппа, но она спасет от тяжелой формы гриппа, и она спасет вашу жизнь. Летального исхода однозначно не будет. Летальные исходы благодаря высокой иммунизации курорта Анапа, когда мы с вами вырабатываем коллективный иммунитет, все население, а мы прививаем уже несколько лет более 40% населения в октябре, в ноябре, значит, дает то, что практически последние годы мы не имели летальных исходов. А 9, 10, 11, 12 год у нас были летальные исходы, в том числе и детей, и они лабораторно подтвержденные. Поэтому повторяю, привейте себя, своих близких, своих коллег. До 15 ноября проведите иммунизацию от гриппа. Здоровья вам и вашим близким!